Всем привет, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Assetto Corsa, и, как я говорил на предыдущих стримах, я хочу проводить не только какие-нибудь этапы, связанные с дрифтом, но и покататься немножко в кольце. Поэтому, друзья, милости прошу вас на небольшое мероприятие, которое будет завтра в воскресенье в 5 часов вечера по Москве, в котором вы сможете проявить все свои кольцевые навыки, а не только дрифтерские. Сам тип гонки у нас будет монокласс, поедем мы на вот этой вот тридцаточке. Разумеется, настраивать автомобиль вы можете как угодно, но самое главное, что нужно знать, что у нас будут отключены любые помощники, то есть не будет ни ABS, ни контроля стабильности, ни трекшн-контроля, поэтому вам придется проявить все свои недюжие навыки. А поедем мы на всеми любимой трассе Нюрбург-Ринг-Норшеляев в конфигурации Endurance Cup. Гонка будет состоять из 4 кругов, потому что, ну, я не собираюсь вас выматывать, мы просто приедем, повеселимся, покатаемся, и победителю, так сказать, я могу... лично скинуть со своей карточки на пивасик и чипсики. Так что приходите, регистрации никакой нету, вход абсолютно свободный. Ну а победителя после гонки ждет неплохое расслабление в качестве баночки пива. Но стоит отметить еще одну вещь, потому что условия у нас на трассе будут установлены таким образом, что при установке топлива у нас будет 250%, то есть тратится оно будет в 2,5 раза быстрее, а резина будет тратиться в 5 раз быстрее. Что это значит? Это значит, что к концу первого круга у вас будет сжираться чуть меньше, чем половина комплекта, а топливо, соответственно, чуть меньше половины бака. Таким образом, вы решаете сами, либо вы едете с одним пит-стопом, либо вы заправляете чуть меньше топлива, но можете каждый круг менять резину и заправлять немного топлива. В остальном же ограничений по стратегиям пит-стопа никаких нету, вы в любом случае в него поедете, потому что резины вам в любом случае хватит только на два круга, и то, возможно, впритык. В остальном же желаю всем участникам удачи и надеюсь, мы весело проведем время. Если данный тип мероприятий вам зайдет, то можно будет устраивать чуть ли не каждую неделю, а может быть и чаще такие покатушки. На этом все, друзья. Всем удачи, ребят. Всем пока и играйте только в хорошие игры.